Всем привет, мои дорогие, всем привет, мои хорошие. Вы на канале Дневник Домохозяйки, и с вами я, домохозяйка Алла. Посмотрите, чем Алла сегодня занималась. А занималась Алла сегодня полдня, можно сказать, огородом, который подарила моя одноклассница Леночка. Леночка, смотришь меня? Привет тебе, моя дорогая. Ну вот, сегодня хочу показать вам, как примерно проходит мой день. Поэтому оставайтесь. Мне будет очень приятно, если вы останетесь, посмотрите меня, поставите лайки. Потому что я вас всех очень люблю, ценю и уважаю, мои хорошие, мои драгоценные, мои бесценные зрители и друзья. Да вы мне уже не зрители, вы уже мои друзья. Сейчас пойду полю свои фиалочки. Они меня, правда, отцвели вот недавно. Пока не цветут. Но я их зимой периодически поливаю вот таким вот удобрением. Синполия от фирмы Сад Чудес. Покажу, какие они у меня всегда пушистенькие. Собираюсь за Женей в школу, ну, чтобы вам было не скучно, покажу вам мой обновленный интерьер. Это я все недавно покупала, как вы помните. Потом у нас музыкальная школа. Ребенок у нас 3 раза в неделю ходит в музыкальную школу. И 2 раза в неделю получает у нее театральная студия и вокал. Погода у нас сегодня ужасная на улице. И ветер, и снег, и дождь, и вообще не понятно. Жду Евгению из музыкальной школы. 2 часа гуляю. У нас сегодня дождь, слякоть. Хочу вам показать вот такой магазинчик канцтоваров. Мы здесь всегда с Женей покупаем канцтовары. Просто внизу у них магазин, а наверху они сами живут. Вот такой у нас еще практикуется канцтовар и кондитерские изделия. Симпатичный такой дом-магазин. Вот церковь, в которую я постоянно хожу. И пока Евгений у меня занимается в школе 2 часа, я обязательно сюда захожу, чтобы попросить о своих родных, близких, поставить свечки и просто постоять в тишине, привести свои мысли в порядок. Ведь в наше время сейчас трудно это сделать в нашей суете. На ужин у нас запеканочка картофельная с мяском, ну, с фаршиком. Ну, не у нас, конечно, а у моих. У меня, наверное, творог. Ну, может, а может, и съем кусочек. С 1 февраля же у меня марафон. Вот. Такие у нас делишки. Будем ждать Сашу с работы. Ужин готов. Так проходит у нас вечер. Мои девочки с открытыми ртами. Что это?